Какие звуки издает черная дыра и как звучит космос? Ответы на эти вопросы в этом выпуске. С вами канал Фактопс, и сегодня я покажу вам самые удивительные и пугающие звуки космоса, которые вас точно удивят. Погнали! Черная дыра. Сама по себе черная дыра – это область космоса, которая обладает настолько сильным гравитационным притяжением, что покинуть ее не могут даже объекты, которые движутся со скоростью света, в том числе и кванты самого света. Именно поэтому принято считать, что черные дыры являются одними из самых ужасных объектов в космосе, и относительно недавние исследования это подтвердили. Звук, который вы сейчас слышали, был синтезирован одним из научных сотрудников Массачусетского технологического института Эдвардом Морганом. Он перевел данные рентгеновского излучения из окрестностей черной дыры в звуковые волны. Однако это далеко не единственный звук, издаваемый космосом. Смотрите далее, чтобы услышать странную музыку на темной стороне Луны, звуки Сатурна, а также другие невероятные звуки космоса. Странная музыка на темной стороне Луны. Во время финальной испытательной миссии к Луне «Аполлон-10» астронавты услышали необычные свистящие звуки. На записи слышно, как астронавты обсуждают эти необычные звуки, пролетая мимо темной стороны Луны. Звуки Сатурна. Летом 2004 года к Сатурну прибыл космический аппарат Кассини. Ему удалось сделать множество эффектных снимков, в том числе гигантский вихрь шестиугольной формы, расположенный над северным полюсом планеты, который получил название гексагон. Шестиугольник вращается против часовой стрелки со скоростью около 320 км в час. К тому же исследователи получили необычный радиосигнал с полюсов Сатурна и перевели его в диапазон слышимых человеком звуков, и в несколько раз их замедлили. Звук кометы. В 2014 году космическому аппарату Розетта удалось получить необычную мелодию кометы 67R Чурюмова-Герасименко. Ученые считают, что звуки связаны с колебаниями магнитного поля. Человеческое ухо не смогло бы услышать эту мелодию, поэтому ученым пришлось увеличить частоты в 10 тысяч раз. Марс. В середине 2019 года с помощью посадочного модуля InSight и чувствительного сейсмометра SEIS удалось записать звуки марсианского ветра и землетрясений. Услышать просто так их невозможно, поэтому специалистам пришлось обработать звуки таким образом, чтобы они были слышны людям. И вот что у них получилось.
«Звуки Юпитера». 24 июня 2016 года космический аппарат «Юнона» успешно выполнил рискованный 35-минутный маневр, во время которого он снизил скорость и оказался под воздействием гравитационного поля Юпитера. В случае неудачи аппарат просто улетел бы в открытый космос, но этого не произошло, и вот что он записал. Звуки с Ганимеда. Ганимед – один из спутников Юпитера, который является самым большим спутником в Солнечной системе. 7 июня 2021 года уже известный нам космический аппарат «Юнона» подлетел к покрытому льдом Ганимеду ближе, чем любой другой космический корабль за более чем два десятилетия, и записал звуки Ганимеда. Затем полученные данные перевели в звуковой диапазон, и вышла звуковая дорожка. Хотели бы вы побывать в космосе? Расскажите в комментариях. И не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.